1941 году ахнули первые бомбы на Калинин. Вот сюда. Этих домов не было. Здесь были обычные деревянные городские дома. И вот во дворе взорвались. Видимо, целились вот сюда. Там, где сейчас вот школа, стояли одноэтажные, крепко сбитые склады военные. Вспоминать тяжко. А куда денешься? Память есть память. Это самое важное человеческое свойство, по-моему, не забывать ни хорошего, ни плохого.